В Общественной палате Чувашии обсудили подготовку к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию России. Здесь работает специальная группа, которая мониторит ситуацию, отслеживает работу избирательных комиссий и готовит корпус наблюдателей. Наблюдателями станут более 7 тысяч человек. Под контролем весь процесс голосования, готовность избирательных участков, наличие бюллетеней, соблюдение мер безопасности. Так каждого, кто будет находиться в месте для голосования, обеспечат одноразовыми защитными масками, перчатками и индивидуальной ручкой. Сейчас рабочая группа Общественной палаты проверяет достоверность сведений желающих стать наблюдателями и формирует их единый список. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля, и выразить свое мнение можно не только на избирательных участках. Общественные наблюдатели также должны следить за процессом выездного голосования. Должны они работать четко, как единый такой механизм. Главное, чтобы людям было все понятно, что делать, какие их функции, какая их задача. Да? Ну, наверное, здесь еще проявляются такие качества человеческие, как гражданская ответственность. Ведь легко иногда всегда критиковать, говорить, что вот там что-то не получается, вот это вот там власть или кто-то там другой виноват. Да? Но когда ты начинаешь выполнять сам, участвуешь в этом процессе, то, наверное, здесь уже другое отношение. Поправки к Конституции обсуждают повсеместно. По данным поисковика «Яндекс», за полгода в России было опубликовано более 8 тысяч статей. Объем информации в социальных сетях исчисляется миллионами постов и комментариев, а в сети ВКонтакте размещено более 500 тысяч постов, содержащих фразу «поправки в Конституцию». Региональный координатор организации «Корпус за чистые выборы» Кирилл Лукин рассказал участникам совещания о фейках, которые появляются вокруг предстоящего голосования и смысла поправок. Есть вброс о том, что будет происходить карусель, в том числе, например, что на участках можно будет голосовать без паспорта. Это все тоже ложь. Паспортные данные будут вписаны, то есть будут изначально показы, и членочек избирательной комиссии будет сопоставлять, то есть на расстоянии смотреть, сопоставлять, является ли паспорт человека настоящим. Еще один миф – голосование проходит не в один день, и за это время можно сфабриковать данные. По словам Кирилла Лукина, ничего нового не придумано. Такой продолжительный срок – международная практика. Например, в Швейцарии по поправкам в Конституцию голосуют год. Важно критично подходить к разного рода информации и делать правильный выбор. Александр Соловьев, Татьяна Иванова, Николай Скворцов, Республика.